открыли сердца. Мы как-то просто сошлись на том, что нам обоим нравится. Ты смотришь прямо в глаза, я говорю все как есть. Мы в этом мире нашлись, и все на места. Когда ты рядом, когда мы просто здесь. С тобой тепло, как дома. Словно мы уже сто лет знакомы. Здравствуй, мой человек. Теперь я точно знаю, что так бывает. Я пропадаю в тебе. Мы смотрим друг на друга, теряя память. Здравствуй, сколько всего между мной и тобой. Просто волшебство. Между мной и тобой. Просто волшебство. Отброшен прочь телефон. Внутри кричат голоса. Все растворилось в тумане. Где ты и я друг другу нравимся. Ты смотришь прямо в глаза. Я говорю все как есть. Не важно, что на часах. Все на местах. Когда ты рядом, когда мы просто здесь. С тобой тепло, как дома. Словно мы уже сто лет знакомы. Здравствуй, мой человек. Теперь я точно знаю, что так бывает. Я пропадаю в тебе. Мы смотрим друг на друга, теряя память. Здравствуй, сколько всего между мной и тобой. Просто волшебство. Между мной и тобой. Просто волшебство. Между мной и тобой. Просто волшебство. С тобой тепло, как дома. Словно мы уже сто лет знакомы. Здравствуй, мой человек. Теперь я точно знаю, что так бывает. Я пропадаю в тебе. Мы смотрим друг на друга, теряя память. Здравствуй, сколько всего между мной и тобой. Просто волшебство. Между мной и тобой. Просто волшебство. Между мной и тобой. Просто волшебство. Здравствуй, мой человек. Теперь я точно знаю, где ты летаешь. На канале 78 в программе «Полезное утро». Только что прозвучала Настасья со своей замечательной песней «Здравствуй» в рубрике «Музыка для утра». А хочется сказать, что Настасья накануне выпустила новый сингл под названием «Чудо». Ищите эту песню, она прекрасна. Ищите повсюду, на всех музыкальных сервисах.